Бенди Бон представляет настольные семейные игры 3 в 1, русские счеты и русские горки из серии «Игры в кости». Игры рекомендованы детям от 6 лет. Проводите время с ребенком весело и увлекательно с развлекательной игрой «Русские счеты». В инструкции вы найдете 3 варианта игры с подробным описанием. Чет минус нечет, считай не зевай и 99. Рассмотрим один из вариантов игры «Считай не зевай». Право первого хода определяется кубиком для жеребьевки. В свой ход игрок бросает все 5 костей. Если на костях выпали двойки и пятерки, то соответствующие кости откладываются в сторону, и очков за этот бросок не начисляется. Если двоек и пятерок не выпало, то на свой счет игрок записывает сумму очков всех 5 костей. Игрок продолжает бросать оставшиеся кости до тех пор, пока они не окажутся вне игры. Выигрывает тот, кто набрал наибольшее количество очков. В комплект игры входят кубик жеребьевки право первого хода, камень, ножницы, бумага, 6 игровых костей, 50 фишек и правила игры. Настольная семейная игра с кубиками и фишками «Русские горки» — это 3 игры в одной. Эверест, «Русские горки», единица налево, двойка направо, 6 на стол. Рассмотрим один из вариантов игры. Эверест. Определите право первого хода при помощи кубика жеребьевки. В свой ход игрок бросает одновременно 3 кости и делает выбор – использовать отдельные кости или комбинировать их друг с другом. И какой результат – закрывать фишкой на игровом поле. Цель – образовать числа от 1 до 12 в любой последовательности. Например, выпало 4, 5, 6 – игрок может закрыть 4 и 11, или 9 и 6, или 4 и 5 и 6. В следующий ход, если выпадает 2, 5, 5, можно закрыть клетку 12. Клетки во второй колонке можно закрывать только тогда, когда закрыты все клетки в первом ряду. Игра заканчивается, когда игрок заполнил все игровое поле и покорил Эверест. В комплект игры входят игровое поле для игры Эверест, 1 кубик для жеребьевки, 6 игровых костей, 48 фишек и правила игры. Бенди Бон для ярких идей и веселых затей!